кстати, посмотреть можно. Когда-нибудь в Телеграме можно будет посмотреть, я уверен. Я бы нарисовал. Понял. Понял. Когда на Европу играть будешь? А чё на нее играть? С кем играть? Кто сыграет со мной на Европу? Ставка Европа. И во что будем играть? Блин, как же долго на нем ехать это вообще? Это просто, конечно, мука. Гос, да-да, именно так. Может, сюда закинуть? Ну, там... Там вряд ли. Вряд ли будет... Танк? Опа. Блин, скажи свое хобби. Карточные домики. Нарезано, да, именно так. Так, все, поехали. Поотвечали на шикарные вопросы. Поехали разваливать. Так, спасибо, Никон. Здарова, Валер. Здорово. Сегодня фильмак будет какой-нибудь. Посмотрим. Удачного стрима. Посмотрим, будет или нет. Все зависит от того, как мы выступим в Стальном Охотнике. Потому что если... Если сессия, допустим, в Стальном Охотнике затянется, и будут шансы на топ-1, то мы до самого конца, до 11 вечера, наверное, посидим. Тем более, завтра турнир уже заканчивается. Так что нельзя упускать. Это обидно. Я календарь. Я календарь. Ну, он просто встал. Пипец, что за тайминг? Я не знаю, что это за тайминг. Я просто не знаю, что это за тайминг. Это жесть, а не тайминг какой-то. И он еще деревьев навалил своих. Календарь. Какое место в турнире? Нам 69-е. Ой, хорошо залетело. Я, конечно, опять подставляюсь под выстрелы, но мне как-то так пофиг. Покажи мускулы. Ну, если закинуть косарь, то тогда там вылетает неплохая картиночка. Вот, там... Можно будет увидеть мускулы. Так что, если ты прям очень сильно хочешь, то все в твоих руках. Это, если что, все вопросы от одного человека, так что... Так что да. Пипец, просто в землю, прям передо мной. Да как это работает? Как это нафиг работает? Вон они стоят. Календарь, 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 я календарь.
Опа, агроном залетел, еще одна легенда. Здорово. Здравствуйте, любезный. Отлично. Тун-тун-тун-тун-тун. Молись. На. В кинотеатр с 1 июля. Я календарь. У тебя когда день рождения? Ладно, здесь так и быть, отвечу честно. 28 июля, то есть ровно месяц. Остался. 59 ку. Да, да, можно. Мы уже... Меня упрашивают, упрашивают. Я думаю, в ближайшие стримы уже появится эта тема. Никитос, всегда пожалуйста. Оп, что? Так, я календарь. Откати. Я календарь. Переверну. И снова 3 сентября. Ой, дурак. Какой же ты дурак на кобре, блин. А, или ты настолько все просчитал, что... Не, если он просчитал все, и он ехал до КД бабахи успеть ее убить, то это хорошо. А как ты не светился? Я думал, сейчас попаду. Агроном, спасибо за 200 элика. Гений. Ну, плюс процент. Это неплохо. Реально плюс процент. 93-15. Ну ты индеец. Ох. Пытка номер 3, а Валера, название стрима — это спойлер на фильм «Тихоокеанский рубеж»? Нет. Это не спойлер на фильм, это отсылка к фильму. 7300? А, это в шарфу тура залетело, да? Слушайте, рекорд вроде бы на этом танке. Кинуло, кстати, хорошо. Надо добивать, по-любому. Как же ярко. Так, так, все. Есть. Угу.
Все. Готово. Теперь на ближайшие 50 часов я буду с кредитами. Ладно, пока разыграю слева. Блин, бедный крастер. Бывает. Ну, из 4 вот это мой соперник, лично мой. Учимся пробивать танки над гусеничной полочки. Catfire 17, спасибо большое. Такое слышать приятно. Это значит, что я делаю все правильно. Он на ББХах. Не, ну это очень фартовый бой. Прям супер фартовый. Что с голосом? Болею. Ну, голос болеет. Я-то уже выздоровел. Это мега фартовый бой. И он все равно принципиально не заряжает колду. Тутун, тутун. Тут он. Не, ну вот это просто рай. Скажу честно, это рай. Давай, сюда эти три отметочки. Мы уже близко. Давай, давай, давай. Ну, 94-97. Еще одну тычку. И идем в СО. Ой, Тайлер, все, извини, пожалуйста. Если ты не хочешь, чтобы я шел в СО, я не буду идти в СО. Прости. Тогда ни в коем случае не пойду в СО. Раз ты не хочешь, чтобы я шел в СО. Туда. Три отметочки. Кайф. Все. Кайдзю покорен. Отлично. 6200. Отлично. Кайф. Ну что, теперь топ-1 в стальном охотнике берем. Как ты сказал, 4 часа? Ну вот, я что знаю. Я знаю все. Ух, если бы попал. О, вот закинул две мантикоры, хорошо. Кстати, а там еще элик залетал. 3000 элика, спасибо большое, Макс, за 3000 элика. Стопэ. Кто ты? На, все, поставил жирнющую точку. Поставил просто жирнющую точку.
Пожалуйста. Просто пожалуйста. Получите, распишитесь. Все, 6500 урона. 3 отметочки есть, мастер есть. Все шикарно, 95-18. Ну и можно докачать немножко модернизацию. Совсем чуть-чуть.